Отопительный сезон на всей территории города Канска начнется с 13 часов 16 числа, 16 сентября. То есть на включение объектов мы все объекты города, которые подсоединены к центральному теплоснабжению, будут включены в течение 5 дней. 5 дней, потому что впереди выходные. Почему 16-е? Это у нас пятница, с 13 часов, да? 5 дней календарных взяли на то, что впереди все-таки суббота-воскресенье. ТЭЦ все равно будет включать объекты потихоньку, но управляющие компаниям также будет открывать многоквартирные дома, поэтому такой срок.